Привет, с вами я, Лена. Сегодня снимаю новое видео итоги конкурса и новый конкурс. Да, сегодня вам покажу, скажу победителя вот этого вот конкурса. И да, нас 607 уже. Я вас просто безумно люблю, просто до безумия. Я вообще просто не понимаю, как за один день набралось столько подписчиков. Ну, то есть от 500 до 600. Вот, но так как я уехала в деревню на тот момент, когда у меня было 600 подписчиков, то я не смогла заснять и выложить это видео, поэтому снимаю на день позже. Поэтому да, сегодня у нас получается 28 мая, и да, давайте я вам оглашу победителей этого конкурса. Первое место занимает вот эта вот девочка, но с единственной проблемой, так сказать, то, что смотрите... Сейчас давайте найду ее комментарий. Вот, это вот ее комментарий. Вот, просто. Ребят, это огромный комментарий. В прошлом конкурсе девочки, вообще участники, делали такую же ошибку. Заходим на ее канал. И видим, что у нее закрыты подписки и лайки. Ну, ребят, ну как так можно вообще? Я не знаю, ребят. Ну вот, просто взглянув на Викин комментарий, я просто не смогла не дать ей первое место. Но я даю ей первое место с условием того, что она напишет внизу комментарии, то, что открыла подписки и лайки, я посмотрю, и тогда уже она и получит свое первое место. Так как я вас не хочу обманывать, и чтобы было честнее, потому что другие тоже все вот открывали подписки и лайки. Поэтому, ребят, не забывайте открывать подписки и лайки, потому что в прошлом конкурсе это было вот прям вот... Были огромные, шикарные комментарии, но там было... Были они закрыты, и поэтому... Да, вот просто вот я не смогла. Вот он был самый большой, наверное, который мне писали вообще на Ютубе в комментарии. Поэтому, да, Вика, напиши в комментарии, и я проверю. Второе место занимает Анастасия Валькова. Она выиграла в прошлом конкурсе первое место, поэтому еще раз выиграла, потому что ее комментарий был шикарен. Третье место занимает Фарида. Да, потому что мне тоже очень понравился ее комментарий. Потом Дарья Битнер. Четвертое место занимает. И пятое место занимает Вероника Санджиева. И кстати, забыла. Меня просили передать привет, но я не помню кому. Сейчас. Передаю привет Веронике Житковой. Я, конечно, не знаю, зачем вам мои приветы, потому что я не такой уж популярный видеоблогер, но он попросил, я вот как раз вспомнила и сказала. Вот. Конечно, я знаю, что немножко не в тему, но все-таки. Вот. Ну, в общем. Еще раз. Первое, второе, третье, четвертое, пятое место. Чтобы получить ваши призы, пишите мне в личное сообщение ВКонтакте. Ссылка на мою страницу ВКонтакте есть под каждым видео на моем канале, кроме конкурсов. Поэтому да. И сегодня я также хочу объявить, так сказать, новый конкурс. Этот конкурс тоже будет на 5 мест. И призы будут, в принципе, точно такие же. Первое место — это письмо от меня на 60 грамм. Второе место — письмо на 50 грамм. Третье место — письмо на 40 грамм. Четвертое место — письмо на 30 грамм, и пятое место – письмо на 20 грамм. Поэтому, да, чтобы принять в нем участие, нужно будет первое подписаться на мой канал, вот этот вот, Лена Нифонтова. Второе условие – нужно будет подписаться на мой второй канал, ссылочка на него есть внизу в описании. Третье условие – нужно будет подписаться на мою официальную группу ВКонтакте, ссылка на нее есть внизу в описании. Также поставить лайк под этим видео. Вот, лайк, сейчас вам покажу. Вот такой вот. Пальчик вверх. Ну, в общем, вы поняли. И пятое условие нужно будет написать в комментариях «Участвуй», скинуть ссылку на свою страницу ВКонтакте. И написать, как вы нашли мой канал. Может быть, вам кто-то рассказал. Или какая-то интересная история, связанная с тем, как вы нашли мой канал. Какое видео вы первое посмотрели, сколько вы меня смотрите. И также, что вам нравится в моем канале. Да, и это все условия, чтобы получить вот такие призы. И итоги конкурса будут тогда, когда на моем канале наберется 1000 подписчиков. Я знаю, что
слишком, так сказать, большую планку я взяла, но я не хочу, чтобы как-то конкурс быстро заканчивался, я хочу, чтобы побольше участников было, чтобы все успели поучаствовать и попытать свою удачу. Поэтому, да, все участвуйте, и каждому желаю победы. Вот, и да, на этом было все. И, кстати, я тоже еще кое-что вспомнила. Так. Где? Блин, ну где она? Где тут комментарий? Сейчас. Я вас не хочу затягивать, ну, задерживать, так сказать. Так, а где он? Так, сейчас я смотрю внимательно на комментарии. Так. По-моему, вот, да, вот этот вот комментарий, вот. Просто у меня такое чувство казалось, что это писала другая девочка, но ладно. Она скоро переедет в Екатеринбург. Ну, давай, в принципе, погуляем. И да, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы все всегда сбывалось, и поздравляю тебя с 5-м местом. В общем, да, всего тебе всего самого крутого. Вот. И, кстати, кто тоже хочет со мной погулять летом, то пишите в комментариях, кто живет в Екатеринбурге или кто хотел бы приехать. Я бы хотела собраться с несколькими подписчиками и погулять, поэтому, да. Кто хочет, пишите в комментарии или в личные сообщения ВКонтакте. И на этом было все. Всех безумно просто люблю. Спасибо вам за 600 подписчиков. На самом деле, правда, никогда не думала, что наберу столько. Я думала, что я наберу там, ну, 100, и на этом как-то все закончится. Но я просто в шоке. Все мои друзья в шоке, все мои одноклассники в шоке. Просто я тоже просто в огромном шоке. Поэтому я вас просто безумно люблю. Без вас бы этого просто не было. И да. Люблю всех просто вот. Всех люблю до безумия, всех целую, обнимаю. И всем пока-пока.